Ежегодно во Дворце творчества детей и молодежи проходит танцевальный конкурс «Тартин». В этот раз в нем приняли участие ученики 6 и 7 классов из всех школ города. Все команды ждали этот конкурс и тщательно готовились к нему, придумывая название команды, девиз, визитки и домашнее задание. Первое конкурсное испытание было под названием «Визитка», где командам в танцевальном ритме нужно было представить себя, поприветствовать жюри, гостей и болельщиков конкурса. Все визитки оказались очень яркими и запоминающимися. Подбадривали и поддерживали всех участников не только болельщики, но и ведущие. Варвара Филиппова раньше была участницей конкурса, но вот уже на протяжении 3 лет она является его ведущей. Когда училась в 7 классе, моя школа тоже участвовала в «Тартине», собственно, я тоже здесь танцевала. И тогда мне показалось очень классным то, что ведущие взаимодействуют с детьми, они их подначивают делать что-то, на что они бы не решились просто так сами. То есть либо кто-то стесняется, либо кто-то слишком закрытый. И задача ведущего подобного конкурса – это в первую очередь заставить детей почувствовать себя на одном уровне со всеми, с жюри, с ведущими, с руководителями, с другими ребятами. Каждая команда приняла участие в еще одном этапе конкурса. Ребята по очереди представлялись и занимали специально отведенный им квадрат. Находясь в нем, команды обязательно должны были танцевать, не останавливаясь даже во время выступления других участников. Третьим конкурсом было домашнее задание. Здесь команды представляли свои номера под песню, которая выпала им в ходе жребия. В то время как члены жюри подводили итоги этого мероприятия, все участники приняли участие в зажигательном конкурсе «Танцуй как». Ребята танцевали, изображая различные смешные действия и поведение животных. Особенностью этого этапа было то, что ребятам нельзя было останавливаться ни на секунду. Наконец-то пришло время награждения. Победителем «Тартина» этого года стала команда «Школа номер 225». Мы очень усердно готовились, нам помогали педагоги, мы репетировали чуть ли не каждый день. Команда была у нас очень сплоченная. Спасибо организаторам конкурса за такое представление. Было очень интересно, все понравилось, и мы зарядились позитивной энергии. На следующий год ребята приготовят новые интересные выступления, потому что этот конкурс всегда популярен среди школьников. Улетай, тебя вырву.